Ну вот, друзья, получила я мох. Вот такая коробка. Большая. Вес у нее 9 с лишним килограмм. Вот. Заказывала я 50 литров мха. Но такой мох, знаете, не его не перебирали. То есть как собрали, так и отправили. Сейчас посмотрим, что там. Он оказался намного дешевле. Сейчас, друзья, я разрежу. Заказывала я у этого продавца уже несколько раз в прошлом году. Так что мне мох понравился. Их мох, да. Это с Ленинградской области. Так, вот в таких мешках. Упакована. Так, здесь как-то коробка какая-то интересная. Так, я не могу на... А, нет. С этой стороны. Так, она там, по-моему, какая-то двойная коробка. Посмотрите. Не пойму я, как ее открыть. Собранная, да? Нет, там тоже не открыть. Но там есть что-то, так что... А, давайте тогда с другой стороны сейчас, друзья. Представляете, коробка с двойным дном. Угу, такая собранная коробка. Вот еще. Ух, так, ну давайте один пакет откроем. Вот он. Смотрите, мох классный. Ну, единственное, он, да, вот видите, он вот с таким немножко здесь елочный такой опад. Ну, так, ничего, нормальный мох. Ну, вот здесь вот такие мелкие листочки, вот видите. Так, смотрите, прям классный мох. Я бы не сказала, что он прям такой грязный. Вот здесь встречаются вот такие вот. Ну, не беда, в принципе. Можно убрать, если они мешают, да? Нет, мох хороший. Я довольна. Очень хороший, зеленый, свежий. Вот такой вот. Здесь, в принципе, да, вот можно убрать вот эти листочки. Иголочки. Ничего страшного. Паучок приехал с Ленинградской области. Нормально. Все хорошо. Отличный мох. Так что и... Я, честно говоря, вот зашла на Авито, как посмотрела, сколько стоит мох. Там, ну, самый дешевый, я не знаю, ну, 80-100 рублей за литр. А это я взяла, друзья, 20 рублей литр. Да, 50 литров. Ну, естественно, там... Кстати, это Авито-доставка. Она обошлась не так дорого. 299 рублей. Авито-доставка. Замечательно. Мне теперь хватит, по самой не хочу. Все, друзья, спасибо за внимание. Заходите в гости. До свидания. Ну вот, столько вот я начистила мха. Такой пакет, ну я не знаю, наверное, литров 10 здесь будет. Начистила. Вот столько мусора получилось. Здесь в основном эти, мох здесь даже попадается. Но ничего страшного. Елочный опад. Я его соберу, да и под гортензии засуну, засыплю. Вот. Ну, конечно, такая работа монотонная. Сидишь, так перебираешь. Ну, между работой на даче буду сидеть и перебирать. Вот. Ну,
Ничего так, перебрала. С часик посидела, отдохнула. И мешочек такой перебрала.